Как и живем. Ты молодец, хорошо поешь, дружи. Мне понравилось. Тебе спеть песню? А давай. Что тебе отдавать? Какую-нибудь такую, хорошую песню. Меня в ключик оттасать можешь? Просто? Не, не могу. А я мне надо отойти сейчас. Да спой что-нибудь хорошее. Нет? Сначала пописать потом. Ну давай, вот ему спою. Давай, спеешь. Я сейчас сюда приду. Не, я пошел, ему споешь. Вот мой протеже. Он, кстати, продюсер. Короче, будьте очень осторожны в общении с подобными людьми. Кто был на стриме, в принципе, видел, что они вроде как такие дружелюбные, но могут напрыгнуть. Ходит чудак по площади, поет песни, танцует, реагирует на девушек красивых, начинает к ним приставать. Но я думаю, что скоро он отхватит по лбу, наверное. Но сама фишка вот такая же. Ой, дурдом, короче, распустили. Вчера один бегал и сбивал. Сегодня вот этот штрабух появился. Лучше с такими в контакт не вступать. Это я отмороженный. Как в анекдоте, да? Хочу, чтобы у меня все было. Чувак, у тебя все было. Что, друзья, в целом по обстановке? Ну, таки дали сообщение от областной военной администрации. Подтвердили прилет, но сказали в область. В области прилет по объекту инфраструктуры, вследствие чего возник сильный пожар. Вот такая вот информейшн. В Харькове увеличилось количество пострадавших до 12. И бедный водитель троллейбуса. Уже операция там проводится. В общем, нижние конечности он уже потерял. Ампутация двух ног. Но за жизнь продолжают бороться врачи. Это все равно жутко, представьте себе, да? Пришел человек на работу, ездил и остался без ног. Ну, ехал пустой, я так понимаю, куда-то. Выехал с депо или шоба. Говорят, что больше пассажиров в троллейбусе не было. Ну, в сети есть у меня фотки с места событий. В общем, друзья, такая вот инфа, такие новости. Будьте осторожны. Весенне-летнее обострение у всяких ненормальных. Будем проверять на себе их реакцию. Все, всем всего хорошего. Спасибо за внимание.